Во Дворце культуры «Жигулевский» в выставочном центре «Народная галерея» начала свою работу фотовыставка «Самарская Лука. Четыре времени года». Выставка о природной красоте нашего края появилась благодаря проведенному Тольятти азотом осенью прошлого года конкурса, на который участники прислали более 500 своих работ. Партнером фотоконкурса стал Национальный парк «Самарская Лука». На торжественном открытии присутствовали организаторы фотовыставки, представители администрации города Жигулевска, депутаты и друзья национального парка. Выступающие говорили о красоте природы, среди которой жигулевцам посчастливилось жить. Наша задача – сохранить эту территорию для последующих поколений. То, что вот есть такие, как Тольятти азот, это вообще очень-очень хорошо. Желательно, конечно, чтобы было таких предприятий, которые разумно, вдумчиво подходят не только там к сфере производства, которое важно там прибыльным доходам, но и том, что осознавать, что это уникальные территории, их надо сохранять, их надо на основе их воспитывать целые поколения, соответственно, и свое будущее. Это, конечно, очень хорошо. Директор Самарской Луки Александр Егорович Губернаторов отметил, что фотовыставка открывает цикл многочисленных мероприятий, запланированных парком в год экологии и год столетия заповедной системы России. Выставку работ участников фотоконкурса «Самарская Лука. Четыре времени года» тольяттинцы имели возможность видеть во Дворце культуры Тольятти Азота и Центральной библиотеке имени Татищева. Теперь у нее своя самостоятельная жизнь, и фотографии о нашем удивительном крае смогут посмотреть многие жители Самарской области и даже за ее пределами. Настолько талантливыми и интересными оказались работы, что появилось много желающих принять у себя эту экспозицию. Мы только рады, мы только за. Какое-то не планировалось? Изначально нет, это не планировалось. Это такое приятное дополнение к этому проекту. Мы рады лишний раз продвинуть и нашу природу, и Самарскую Луку, и, собственно, наших фотографов тольяттинских, которые на эту выставку подали свои работы. Самый юный гость мероприятия, третьеклассник Макар, пришел на открытие фотовыставки вместе с мамой. Мальчик оказался начинающим художником и еще настоящим патриотом своего края. Пусть в других экзотические деревья, пальмы, там сакура, но наши родные края ни с чем не сравнить. Первые посетители выставки признавались, что не всегда на фото могли узнать родные места. Фотографии, конечно, шикарные, да, передают ту атмосферу, которая царит в Самарской Луке. Вообще интересно с другого ракурса, конечно, на нее посмотреть, когда глазами смотришь это одно, а когда через фотографии это все передается, конечно, очень по-другому все. Неузнаваемые, да. Какие-то вот места мы смотрели, даже очень долго приходилось всматриваться, чтобы понять, откуда съемка ведется. Наша природа лучше всех. Лучше Самарской Луки нет нигде. Поверьте мне на слово, да. Тольятти Азот совместно с Национальным парком планирует провести еще много интересных мероприятий и акций, привлекающих внимание к красоте и богатству нашего края.